Любить, кто ж постиг это слово святое, кто ж вник в его смысл и значение. Любить, это значит на счастье чужое смотреть со слезой умиления. Любить, это с ближним, как с другом и братом, делить его горе, мучение, быть другом несчастных, прощать виноватым, ответив на злобу смирением. Это значит смотреть сожалением на зло и пороки людские, и гибнущим людям открыть путь к спасению, давая совет. Любить, это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Любить, это Бога великое слово. Его понял значение. Любить, это Бога великое слово, но кто ж его понял значение?